Есть очень простой способ в чем-то стать лучше. Выберите что-то и тратьте на это каждый день 5 часов времени. Всего лишь 5, не надо там 15, надо и бросить своих детей. Да? Не надо, 5 часов. И суббота-воскресенье не работайте. То есть проведите это там, с детьми и с друзьями это время. Но если вы будете на какое-то конкретное дело, которое вы осваиваете, тратить 5 часов в день, то очень спокойно и незаметно вы примерно за, там, допустим, 5-7 лет станете одним из лучших специалистов в этом направлении. Это кажется, что ну, не может быть. Да нет, это вот так. В России очень маленькая конкуренция. И любой человек, который прикладывает системные усилия к чему-то последовательно, в конце концов добивается успеха.